Тираспольские власти продлевают до 15 мая ограничения, установленные в связи с пандемией COVID-19. На днях оперштаб региона возобновил целый ряд карантинных ограничений. Школьникам на неделю продлили каникулы. Под запретом массовые мероприятия, праздники и корпоративы. Обязательными мерами остаются ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции. Троллейбусы на левом берегу Днестра ходят по карантинному графику. Утром с 6 до 10, вечером с 16 до 20.00. Кафе и рестораны работают до 10 вечера, а задним столиком в зале могут сидеть только члены семьи. В регион ограничен доступ иностранцам, в том числе гражданам с правого берега Днестра. Доступ возможен только с разрешения оперштаба Тирасполя, а прибыв в регион, человек должен пройти тест на наличие вируса или находиться в изоляции 14 дней. И приднестровские граждане могут выезжать из региона с разрешениями оперштаба, за исключением граждан, которые привились обеими дозами вакцины против нового коронавируса. До сих пор регион получил 1810 доз вакцины против COVID-19, которые являются частью гуманитарной помощи, предоставленной Румынии для Республики Молдова.